Добрый день, друзья. Пробыли мы на судне всего 6 дней. Провели ходовые испытания. В общем, были тесты на выносливость. Ну, много чего, что было. Об этом я расскажу позже. Так выглядит наш танкер. Супер-супер новый со стороны. Дальше показывать не буду. Получится как «Звездные войны». Вначале вышла четвертая серия, а потом первая, спустя некоторое время. Так и сейчас. Вначале уже лучше расскажу, где я нахожусь в Корее, а потом уже отработаю контрактик и все это дело сделаю. Ну что ж, поехали дальше. Сели мы на буксир. Это я зашел, осмотрел машинное отделение буксира. Ну, сразу после супернового парохода, где все в клеенке, еще ни разу не использовалось. Заходить на старый буксир, конечно, не очень. Вся Корея связана мостами. Этот мост еще не достроен. Видите, куча островов. Ну, я не знаю, километров 20 в длину. На это нужно тоже почитать в интернете. Идем мы к шипьярду. Это камбуз. На этом же буксирчике старый. Щит тоже печально выглядит. Растительность мне очень нравится. Именно такие лесистые горы, смешанные леса. Чистый воздух, вот маяк, не так как в Греции, где каменистое что-то. Вот и виднеется наш DHSC Shipyard. Этот кран был 1500 тонн, Дайхан. Строят 4 судна, 1, 2, 3, 4, видите. Сейчас мы посмотрим, как вы, вот справа где-то, ну, это все будет сдаваться очень-очень скоро. На постройку уходит всего лишь меньше года, сказали, 9 месяцев. Вот у нас есть уникальная возможность посмотреть, как это все происходит. Раньше я видел только в National Geographic или где-то еще в YouTube специальные фильмы. Строят секциями, видите, вот так именно создаются пароходы. Сначала, потом этим краном. Вот секция большая. Ну, где-то состоит, я так посчитал, где-то из 10 секций. Устанавливают механизмы, ставят драйдок и все это сваривают. Дальше будет интересный кадр, где прямо видно шлюпка с левого борта и памп-рум, спуск памп-рум. Вот нас встретило, вот, кстати, вот памп-рум, спуск, рядом танки, слопы или балластные, и вот шлюпочка слева. Второй кран на 1500 тонн, а второй кран на 800 тонн. Вот только судно начали закладывать. Корейцы возвращаются с работы. Работали с 8 до 17.00. Это суббота была. Воскресенье выходной. Национальные праздники тоже выходной. Поехали мы обратно. Погода отличная. Вот еще небольшой вид со стороны нашего шипьярда. Едем мы дальше. Дороги, конечно, тоже отличнейшие. И все очень красиво выглядит. И дальше слева мы видим Hyundai Shipyard. Ну, Hyundai, конечно, очень и очень. Сюда также строят и на шипьярдах Samsung, но я их здесь не видел. Все, ехать до нашего города базирования, который называется Мокпо. Вот, дорога номер 49, врачем налево, ну, ехать где-то около часа с пробками. Слушайте местный диалект южнокорейский. Это рисовые поля, ну, пшеницы нет, все азиатские национальности любят рис. Это интересная постройка, но это везде стоят дамбы и такие мосты, видите, это капсула прям, переход там что ли. Ну, очень красиво. Очень и очень. Слева виднеется отель Hyundai около шипьярда их. Поэтому, ну, это он специальный для тех, наверное, как вот для судовладельцев или для экипажа. Вот я приблизил, как там внутри, я не знаю. Тоже столовая, как номера выглядят. Еще один мост. Приближаемся дальше. Вот-вот и уже позади бессонные ночи. Спали мы в одной каюте втроем.
Еще один Hyundai. Еще один отель. Само. Отель, вот написано. Hyundai Samo Heavy Industries Co. Ltd. Здесь они также строят суда. Ну, высокоразвитая страна, что сказать. Чего они только не делают, эти мегакорпорации. И машины, и бытовую технику. Мне даже корейский капитан с прошлого контракта рассказывал, что Samsung уже и одежду производит. Вот так. Это другой драйдок, но это чисто для ремонта, как сказал агент. Вот уже знакомый тоже мост и дамба, тут шлюзы стоят. Спускать воду. Вечером, он говорит, каждый раз пробка, потому что все возвращаются с заводов, шипьярдов. Вот мы уже подъезжаем к нашему отелю. Он сказал, что я работаю на втором этаже и живу рядом же в домах в этих. В субботу что-то очень много корейцев скопилось. Посвили меня уже на втором этаже, сейчас на четвертом. Сейчас хоть высплюсь. Замечательно. Включаем кондиционер. Дорогие друзья, с пылу жару завезли нас с шипьярда прямо в субботу снова в этот отель Шангрия. Я вот приехал в Руби вместе с электромехаником. Забрали свои чемоданы. Зря, конечно, брали, в рюкзак столько понабирали, но кто его знает. Как все происходило, все эти ship trial, это судовые испытания. Заснял я ровно 6 дней, хотя думал, снимать нельзя, но танкер новый, топлива нигде нет, ну кроме топливных танков. Все, вода везде, все эти тесты. Я, конечно, просто снимал, теперь нужно наговорить все это, вспомнить, как это все происходило. Происходило и днем, и ночью, и вообще кошмар. Спали мы втроем в одной каюте. Вечно какой-то телефон звонил, проверки. Кормили хорошо. Но это все будет подробно там, и выйдет это намного позже, не сейчас. Потому что не хочу я терять удачу, а то вдруг что-то сорвется. Лучше уже подожду, когда контракт отработаю на этом судне, потому что лучшего парохода в своей жизни я не видел. Но он будет еще лучше, потому что сейчас только тестировали механизмы. Все это. Я, конечно, парочку вставочек вставлю, как это все выглядит. Но внутри еще, ну да, это мелочи, там покрасить, все там доделать. Как бы вид еще не очень красивый, но систем куча новых. Все это с утра до вечера мозг раскрывался. Облазил я, можно сказать, за 6 дней везде, включая и трубу, и памп-рум. Ну, в машине понятно все. Все эти каюты, офисы, якоря опускали, тестировали, отдавали, как говорится. Все, теперь что? Ну вот, буду продолжать эту серию, которая называется именно плейлист «Долгая дорога на контракт». Потому что, как я и всегда говорил, не надо загадывать, потому что все может поменяться. Мы сюда ехали с такой целью, чтобы сразу отсидеть месяц в гостинице, поездить в шипьярд и потом принять судно и вперед куда-то дальше. Получается, что судно принимают через 2 месяца. И поэтому невыгодно нас держать. Поэтому 2 дня мы пробыли в гостинице, 6 дней на судне. Старпома, правда, задержали. Старпома не очень хорошо быть, потому что он один приехал. И потом с понедельника начинаем где-то до 8 числа, хотя 6 еще выходной будет, Memorial Day корейский. Будем ездить на завод. На заводе, кстати, я сегодня тоже прошелся, отснял прям громадные эти краны. 1500 тонн поднимают. Все вот как, я смотрел National Geographic, из каких-то там частей судна состоит, из 8-10, как их сваривают. Потом этим краном поднимают в док, потом сваривают эти части. Все это, конечно, очень красиво. Все корейцы как бы работают с 8 до 5, не напрягаясь. Но потом это все я про них расскажу в этом, в своих 6 вступительных сериях испытания. А потом уже пойдет дальше. Это все я потом соединю, как мы приедем, будем принимать пароход, как он изменился после этого. А пока что так. Отсниму еще городишко, потому что я мало по нему походил. Ну, все эти местные кухни и все такое. Сейчас надо переодеваться, купаться. В интернете ж не был недельку. Ну, сейчас такое чувство, как будто вот приехал домой. Я так люблю вот это, когда по гостиницам, туда-сюда. Ну, потому что железная коробка, какая она красивая не была, все равно лучше находиться на земле. Походим.
Снова же, мы в центре города, тут даунтаун, можно сказать. Набережная, все эти салюты, магазины, туда-сюда пройдемся. Турнички, тоже спорт. Отдыхаем 2 дня снова, субботы, воскресенье. Все, продолжайте смотреть, будет очень интересно. Не ну что ж, покушаем в ресторане и пойдем немножко погуляем на улицу. Тусовка на богатых машинах, подъехали в наш отель. Дама мне в костюме была, в национальном. Мы снова вышли в центр города. Завтра тут будет праздник еще покруче. Мокпо Лоу Гейтс и фонтанчик функционирует. Музыка национальная, конечно, вовсю играет. О, и фонтанчики пошли. Фонтанчики. Красота. Макпо, танцующий морской фонтан. Называется так. Народ повыбегал в субботу, конечно, неплохо. Оба. Пошел. Финальная стадия. У девушки местные. Вид сзади. В общем, жизнь кипит в Южной Корее. Работают с 8 до 17.00, а потом все отдыхают. В общем, очень даже неплохо. Мне это нравится, страна. Сейчас посмотрим, как выглядят детские игрушки южнокорейские. Красиво. Сливаечка вечерняя. Запахов идет всяких, жарю, парю, тут что-то местное, семечки или что-то такое. Ну такое у них все кисло-сладкое. Рыба, чипсы что ли местные. Пока старпом на судне, мы развлекаемся, ходим в городе по центральным местам. Это тоже что-то местное, раздача идет, хот-догов каких-то. Какой-то местный фокусник готовится к выступлению. Читает свои номера, наверное. Песни у них что-то очень тоскливое, но сами послушайте. Не вызывают никаких чувств. Но им нравится. Этому мосту очень даже красиво выглядит. Так, это национальное достояние этого города, забыл как называется, типа одно из 7 чудес города Мокпо. Смотрите, какой отлив. Раньше вода была вот здесь, сейчас на 6 метров вниз где-то. Ну, я спрашивал у местного жителя, он говорит, плюс-минус 6 метров каждые, по-моему, 3 часа. Ну, в день по несколько раз меняется. Так, в Корее, я тоже как-то запомнил. Было такое дело. Так, ночью выглядят красиво эти камни. Ошибся, не 6 метров, а... Сука, тут метра 3, наверное. Вот, даже уровень видно. Oh!
Восток. Крабы, лобстеры. Ох, какой красавчик. Здоровенный. Не знаю, это камчатский, не камчатский, другой какой-то. Лобстеры. Это лучше, чем у нас в магазине. И еще одни крабики. А тут кто? Такая рыба. Вот таких даже и не знаю. Заходишь и заказываешь. Все, сыроедение, 29 баксов. 29. Вот такой ресторанчик. Ага. На полу сидят. А вот ботиночки, кстати, стоят. И так выглядит, так. Все, сифуд. А вот еще. Одной на неделе две. Отель Шангрия. Бич Хотел. В Южной Корее без Трампа и Ким Ир Сена. Ой, Ким Ир Сена, Ким Чен Ына.